Ребята, всем привет! Приехала посылка из Гонконга. DHL-ом пришел, курьер мне вручил. Посылка с магазина China Vision, China Vision. Здесь должен быть прикольный аппаратик неизвестного мне бренда. Ну, вроде как бренд новый, только раскручивается. Ну, сейчас посмотрим. Стоимость телефона $200. На самом деле там телефон как бы серьезный должен быть. Так, коробка вот такая. Там у нас диагональ, во-первых, 5,5. Восьмиядерник, соответственно. Два оперативы, 16 встроенные. Вот такой вот аппарат. Бренд называется, вот, читайте, Ецерос. Вроде так. Вот такая вот коробка, как видите. Made in China. О, что это там за этот? За вибро, вибро я почувствовал. Может, нажал где-то, включился телефон. Давайте открывать. Первые смартфоны. Сейчас посмотрим, что там за аппарат такой. Так, вот он сам аппарат. 5,5 дюйма. Вот так вот выглядит. Ну, прикольный, слушайте. Нижняя рамка минимальная. Верхняя тоже. Здесь у нас Soft Touch. Ецерос One называется. Да? Да, модель называется One. Вот такой вот аппарат, камера такая впечатляющая. Ну, посмотрим. Обзор, конечно, будет, ссылка в описании. Так, здесь у нас что-то ничего нету. Может, как тестовый, без бумажек всяких. Ну, здесь у нас микро-USB, да, микро-USB кабель. О, внутриканальные наушники, похожи на Beats. Вот такие вот, поэтому вот видно. Зарядка вот такая вот, похожа на самсунговскую, только написано Ецерос. А, вот она вся, бумажки здесь. Пленка защитная в комплекте. Трынь. Китайские новости. Так, это понятно, все это нам не интересно. Ближе к аппарату. А, что у нас здесь сразу по характеристикам? Передняя камера написана 2 мегапикселя, здесь качелька кромкости, а в принципе здесь характеристики никаких нету, поэтому убираем это все. Ну, такой серьезный аппарат, выглядит так прям внушающийся. Так, а как он открывается? Так, клик, тудым, сюдым. А. На самом деле все просто, да? На самом деле все просто. А на рисунке так изобразили? Или может мне кажется, что так? Нет, все просто. Ну, на рисунке посмотрите, как изобразили. 4 действия. Непонятно, за что хвататься, куда тянуть, когда на самом деле просто все открывается. Так, батарейка у нас не заклеена. Модель CN001. Так, что у нас по симкам? 2, 1, 2, 1, не знаю, не помню, в обзоре будет все. Ну, скорее всего, 2. Так, батарейка на 2800 мА. Кстати, где мои весы? У меня же есть весы теперь. Давайте взвесим батарейку и аппарат сразу взвесим, чтобы понимать, сколько у нас в руках. Я теперь буду так делать. Ну и в обзоре, конечно, это сделаю, скорее всего. Батарейка у нас 44 грамма. Пока это ни о чем мне, я буду уже со временем ориентироваться. 44 грамма, аппарат сам. Давайте с батарейкой, так как вы его будете таскать. Ну, крышка здесь, хотя не крышка, как видите, 14 грамм весит. Получается у нас 157 плюс 14, ну, где-то 171, да, 170 грамм. Ну, в принципе, не самый тяжелый аппарат, ну, конечно, не легкий, но так. Ну, 5,5 дюймов, ребят. Кто покупает 5,5 дюймов? Главный вопрос. Тем людям, которым... Те люди, которые нуждаются в аппарате не как в телефоне, а как именно в смартфоне. Поработать и так далее. Кнопка включения, я так понял, вот она справа. В принципе, телефон такой, знаете, вам... Разряженная батарейка, что ли?
или подержать кнопку. Скорее всего, разряженная батарейка загорается, как видите или не видите, лампа светит и тухнет, да? Значит, пойдем на зарядку, поставлю на зарядку, посмотрю и потом уже тогда продолжим распаковку. Ну что, ребятки, вроде как подзарядил аппарат я, там на процентов 30, давайте запускать, смотреть. Вот я пока заряжался, я на него смотрел, думаю, что он мне напоминает. Вот аппаратик уличился у нас, яркий дисплей, здесь HD разрешение должно быть. На что он вообще мне напоминает? Вот смотрю на него, если бы вот с передней стороны мне показали, он мне напоминает вот Lenovo K910, K900, вот что-то из этой серии. Вот на самом деле телефон, если присмотреться, очень красивый, вот эти металлические вставки, все так это красиво смотрится, видно, что действительно с дизайном заморочились. И может, я просто не держал Lenovo, может, скопировали Lenovo, не знаю, но как-то все выглядит вот красиво, все достойно выглядит. Вот телефон включился у нас, никаких тормозов. Ой, красивая подсветка, смотрите какая. Вот так она, диодиками мелкими. Рассеиватель стоит красиво. Давайте посмотрим наличие русского языка. Так. Ну, на самом деле, вот телефон. Телефон стоит $200, там плюс доставка разная, как всегда в этом магазине. Вот по первым впечатлениям, когда я этот телефон вот берешь... Какие-то жесты, что ли. Вот, когда телефон этот берешь, кажется, что он стоит подороже, чем $200. Где-то, если бы я вот сколько я телефонов пересмотрел, конечно, бренд неизвестный, да, нам пока только я вижу, развивается. Там вроде несколько у них телефонов и планшеты вроде есть у них. Вот. Смотри, как все плавненько работает. Вот телефон реально тянет на долларов 200. 50, где-то 260, вот где-то вот такой ценовой категории. Очень классный дисплей, вот прям хочется его крутить, вертеть. Как видим, русский язык отлично перевелся у нас, не криво. Что у нас? А нет, вот в настройках есть у нас есть у нас все-таки еще и жесты. Так, сейчас проверим. Так, это я задел. Нет, что-то жесты не работают. Галерея у нас пустая. Скорее всего, в лаунчере, может, не работает. Так, или, может, я настроил, как всегда, неправильно. Но это все будет в обзоре уже. Дальше, что у нас есть здесь? А, здесь у нас фонарик есть. Когда звонят, что ли, он мигает, что-то такого плана, я так понимаю. Так, по экрану давайте посмотрим по яркости. Ух ты! Ух ты, но это вообще, ребята, я думал, яркость-то на всю стоит, а она не на всю. Дисплей отличный, отличный дисплей. Если здесь реально HD разрешение, давайте проверим вот таким вот образом. Мы сделаем скриншот и посмотрим сведения. Да, 1280 на 720. Ребят, ну реально крутой дисплей. Если бы мне сказали, что здесь Full HD, я бы поверил точно. Блин, прикольный аппарат. Не хочу его сильно хвалить, потому что еще не делал обзор. Как всегда скажете, что я хвалю. Нет, вот просто по первым впечатлениям аппарат мне понравился. Вот давайте еще сейчас, конечно, посмотрим звук мы и посмотрим камеру. И на этом все. И уже в полном обзоре я вам расскажу про этот аппарат, стоит его покупать или нет. Динамик громкий. Громкий динамик и звук очень такой вот насыщенный. Понравился, звук однозначно понравился. Слушайте, ребят, боюсь прям не наговорить на него хорошего, чтобы потом не выявить какую-то серьезную проблему. Но вот по первым впечатлениям, когда вот только этот телефон держишь, и из тех телефонов, которые есть на сегодня, да, 5-дюймовые, 5,5 дюймов, я бы сказал, что, ребят, обратите внимание,
Камера, не помню, 8 мегапикселей вроде, но качество действительно на 8 мегапикселей. Все, короче, не буду больше заморачиваться, будет полный обзор, ссылка в описании, можете посмотреть подробную характеристику, цену, доставку и все, и, ну и, собственно, как всегда, магазин, может, какие-то скидки присмотрите. Все, ребят, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждем обзора и всем всего хорошего, пока-пока.